Внимание! Новая елизовская акция. Два человека на место. И это не конкурс, а новая реальность. Здравствуйте! Если нельзя, но очень хочется, то можно. По такому принципу работают елизовские депутаты. Помните историю о том, как в марте они проявили своеволие и уволили действующего на тот момент руководителя контрольно-счетной палаты Владимира Кекуха и поставили на его место своего человека, друга и свидетеля по уголовному делу коммунистов Алексея Карташова. Без скандала не обошлось. Мы об этом рассказывали в программе «События недели». Так вот, елизовский суд признал увольнение Кекуха с должности незаконным и постановил немедленно восстановить его на работе. Но в елизовской думе живут по другим законам. Для них решение суда – это лишь информация к размышлению, судя по всему. Яркий пример – признание елизовским судом незаконным трудоустройством на должность руководителя аппарата Совета депутатов Елизова Павла Сычева. Потому что нельзя на муниципальной службе находиться, продолжая заниматься предпринимательской деятельностью. Решение еще не вступило в законную силу, но это вопрос времени. Важен тот факт, что Сычева назначил на эту должность коммерсант, мэр и главный депутат в одном лице Олег Мартынюк. Елизовские чудеса. В общем, сейчас, когда Кекуха восстановили в должности, Алексей Карташов не торопится покидать уютное кресло. Ему там и спать в рабочее время удобно, да и от зарплаты отказываться не хочется. Получается, что сейчас из елизовского бюджета дважды отчисляют средства на одну должность. Одно место по цене двух. Это, простите, всех устраивает. Интересно, что в процессе препирательств Алексей Карташов, некогда сотрудник ФСБ, сказал следующее. Это решение какое-то, что там неправильно. Я встал спокойно, открыл дверь и ушел. Меня отключили здесь. Не очень по-офицерски получается, не находите? Тут уж не какое-то, а целое судебное решение принято. Или это не то? Выходит, Алексей Иванович, вы действительно человек слова. Захотели – дали, а захотели – забрали обратно.